Вот я мотал ваш первый канал. Мы тут ремонт делаем. У меня чокнутая бригада. А вы что не работаете, я не пойму. Твое призвание — стройка, братан. Ребята, всем большой привет, с вами Хижина Музыканта. Вы давно просили заняться чем-то полезным, а не просто сидеть в чат-рулетке и петь песни. Поэтому мы сегодня с ребятами... Андрюша, пошли работать. Будем ремонтировать вот эту комнату, а потом резко возьмем инструмент и заиграем наши любимые с вами песни. А продолжение этой рубрики будет на канале Романа Конограя «Гитара с нуля» и Гриши Зевс по ссылке в описании. Смотрите это видео до конца, ставьте ему лайк, подписывайтесь на канал, а потом переходите на наши выпуски. Привет. Привет, блин, я тоже хочу доширак. Можешь мне тоже сделать? Ну, как раз последнее у меня осталось. Могу поделиться. Что у тебя с ухом случилось? Что да с ухом? Прожжок, Олега, блин. Теперь это у нас Андрюша Трамп. Отстань, блин. Током ему захерачивать. Да мы тут ремонт делаем на заказ, под ключ, как говорится. Вот. И сейчас на обед присел. А ты что там делаешь? Ногти, что ли? Кстати. Прикольно. Уже вторая рука пошла. Прикольно, что у тебя ухо он подпалил, друг, тебе. Да, очень прикольно. Я на него вообще в суд подал. За это дело. Твое призвание — стройка, братан. Нет. Это точно не мое. Летом подрабатываю, вот дядя устроил. На самом-то деле это вообще не моя профессия. На самом деле у тебя бизнес твой, да? Три вертолета. Не, на самом деле, я верю, что у меня получится стать музыкантом. Вот такие планы. А пока летом можно и подработать. Сколько тебе лет? Как думаешь? Ну, лет 25. 29 уже. Почему? Старый ты! Федя, кем говоришь, хочешь артистом стать? Тебе надо в МХАТ поступать, плиты таскать, там сцены устанавливать. Да, конечно. Нет, они мне не верят, но у меня прям в планах серьезно заняться музыкой. Я вам покажу сейчас. И оставь чужое, ты хозяйская. Адам и Ева проснулись с утра, и друг Гелиос гордился работой. Всю неделю будет жара, и фиский оракул следил за погодой. Карлик небесный, крылатый колибри, любил на заре напиться росою. Зебры, кентавры, волки и тигры, мифы бурлят горной рекою. Я верю в Иисуса Христа, я верю в Гаутаму Буду, я верю в пророка Мухаммада, я верю в Кришну, я верю в Гаруду, я верю в Иисуса Христа, я верю в Гаутаму Буду, я верю в Джа, я верю в Джа, я верю в Джа и верить буду, и верить буду. Ну как тебе? Я бы похлопала, но руки заняты. Видал, Петрович? Девчонка заценила, а ты мне не верил. Да нифига себе, Андрюша! Андрюша, тебе на телевидении надо! А в каком городе вы ремонтный заказ делаете? Под Москвой, Балашиха. Мне надо! Подожди, я первая! Ребят, я люблю тестировать различные музыкальные оборудования. Компания iBox прислала мне тут свою новую музыкальную колонку Bass Hunter на тест. Идеальная колонка для любителей автопутешествий и активного отдыха на природе. Данная колонка мне очень пригодится в ближайшее время, потому что я планирую снимать клип на свою новую песню. Как заявляет компания, колонка устойчива к любой непогоде. Дождю, жаре, холоду и граду. Надеюсь, наши съемки пройдут в нормальных условиях. Ну что, предлагаю вскрыть коробку и затестить звук. Ну что, выглядит солидно, посмотрите. Сейчас я буду включать для теста свои авторские треки на этой колонке и посмотрим, насколько круто она звучит и выполняет свои задачи. У подъезда твоего под малиновый рассвет. Довольно жирно. Давно разговоры тет-а-тет, два билета на кино, на ночной сеанс вдвоем. Но ты любишь не меня, и мы точно не пойдем. У подъезда твоего под малиновый рассвет. Мы сидим уже давно, разговоры тет-а-тет, два билета на кино, на ночной сеанс вдвоем.
но ты любишь не меня, и мы точно не пойдем. Ну что, поп-рок послушали, давайте включим что-нибудь из хип-хопа, например, мой новый трек «Панамера», написанный совместно с Никитой Марвелос. Что ты будешь с этим делать, то уже не мое дело. Можешь «Панамера» там, где нет твоего тела. То, что ты не рядом, это больше не проблема. Точно не знаю, ты же этого хотела. Что ты будешь с этим делать, то уже не мое дело. Зачет, зачет, звучит очень жирно, басово. А теперь давайте послушаем что-нибудь из танцевальной музыки. Недавно выходил ремикс на песню «Рассвет» от Краус. А за окном рассвет, ищешь душу мою, я буду петь, рядом немного побуду. Как заявляет компания, охотник за басами Bass Hunter способен проработать на средней громкости до 15 часов. Благодаря Bluetooth технологии 5.0 iBox Bass Hunter способен коннектиться с различными устройствами: компьютер, смартфон, телефон. Ну а если вы вдруг хотите что-то воткнуть в эту колонку, то сзади есть входы для флешки и microSD-карты. Давайте послушаем еще что-нибудь да потяжелее. Например, песню «Меланхолия». В который раз меланхолия не даст мне покой. Я был предан тебе, чуть позже предан тобой. Ну и напоследок давайте заценим мою любимую песню «Пока молодой». Пока молодой, пока молодой. Беги за мечтой, беги за мечтой. Еще не поздно. Пока молодой. Ну что, мне безумно нравится звучание данной колонки. Не знаю, как вам, напишите в комментариях. Оно чистое, громкое и довольно басовое. Рекомендую, ссылочка будет в описании под этим видео. Приобретайте. Не забывайте слушать мои авторские песни под ником Хижина Музыканта на всех музыкальных площадках. Ну и ждите клип. О, здорово. Здравствуйте. Дай хоть ты кипятка в этом сумасшедшем мире. Кто-нибудь мне принесет, то ё-моё, пообедал, мать вашу, а? Попросил привезти, у меня чокнутая бригада, я не знаю, они походу... О, Андрюша, а ты что делаешь? Сижу. Сидишь? А у нас Андрюша есть, дай, иди сюда, иди покажи. Что нам? Андрюша Трамп, мы его позвали, покажи. Ты прикинь? Я тебе... Да каре! Я тебе серьезно говорю, просто мир сошел с ума. Вот с этими типами это просто жесть. А ты чем занимаешься? Ничем. Не, ну не сейчас, а вообще по жизни. Работаешь, может, кем? Кем? Работаю. Я вам, знаешь что? У меня есть идея. Я тут нашел на объекте, и у меня для вас есть песня, ребята. О, уедочная. Зерна упали в землю, зерна бросят дождя. Им нужен дождь, разрежь мою грудь, посмотри мне внутрь, ты увидишь там все горит огнем. Через день будет поздно, через час будет поздно, через миг будет уже не встать. Если к дверям не подходят ключи, вышибет переплечом. Мама, мы все тяжело больны. Мама, я знаю, мы все сошли с ума. Точно песня про них, дебилы! Ну ты что, блин? Ну это нормально было? Да. Вот, тоже ремонтом занимаешься? Привет. Привет. Ну нет, это я просто наклеила. А вот, да. Съемная квартира, но обустраиваю как могу. Блин, жалко, тебя не видно, такая темень у тебя. А я с острова. Потому что вон такой. Взял, отключил мне свет. Кто? Во, вот теперь видно. Че делаешь, откуда, чем занимаешься? Так, давайте поаккуратке. 25 лет. Ого. Сахалин. Сахалин. Отдыхаю. Прикольно. А вы вот видишь, на работе обед. Федя тоже отдыхает, когда надо. Где лобзик дел, Федя? Лобзик в
той куче посмотри. Это мой напарник, ты его так сильно не это, не обижайся. Я пока обедаю, он должен чуть поработать. Вы кем работаете? А ремонт, строители, ремонтеры, кто скажешь. А так вообще мусор выбрасываем. Какого города? Вот сейчас прям мы находимся в Мурманске. А вообще? А вообще ты откуда? Кто откуда? Ростовской области. А я с Краснодара. Федя, а чего ты так спокойно общаешься с людьми? Ты кричи, как на нас орал. Ты что там орал на нас? Орет все время. Надо, я говорю, тебе надо это в телевизор на шоу «Голос» отправить. Что? А, не, не на шоу «Голос». Знаешь, куда его надо? К Малахову. Там орут все. Да, ну ты с вами. И вот ты там бы орал, как бабка старая. В рот я мотал ваш первый канал, и второй канал тоже в рот мотал. Третий канал тоже тот еще когда, и четвертый, если честно, я смотреть бы не стал. Во мне так, что пятый канал, что шестой, да позже отстой, как седьмой и восьмой. Девятый, десятый, для пятидесятый, куда ни взгляни, кругом одни деньги. Из окна гостиничного номера твоего я телевизор выкинул на окно. А старый цвет на место ванну, и что? Я ровно не знаю, детина. Из окна гостиничного номера своего я телевизор выкинул на окно. А старый цвет на место ванну, и что? Я ровно не знаю, детина. А вот он сюда племянничка своего Андрюшу примазал, короче, и они тут готовят супер дуэт. Андрюша вообще-то... На самом деле очень круто. Очень круто? Да очень. Да вот у вас племянник, да, так я понимаю? Вон он, это он его пристроил на стройку. Он сразу смысл, он начинает там что-то стукать, и вот, блядь, просто идеально. Понял? Ты говоришь, он не умеет, Андрюх. Радуйте дальше людей, да. Правда. Обязательно, пошли. Друзья, очень скоро состоятся мои классные сольные концерты, поэтому я хочу вас пригласить на них. В описании под видео будет ссылочка, и разыграть 5 билетов. 10, Андрюш. Ага. Разыграть 10 бесплатных билетов на мои концерты в моем телеграм-канале. Для этого нужно перейти по ссылке в описании, подписаться и нажать кнопочку «Участвовать». Очень скоро подведем итоги и увидимся на концерте. 10 из вас придут на этот концерт бесплатно! Или нам. О, спасибо. Как дела, девчонки? Нормально. Да потихонечку. А что ты так странно завариваешь доширак? Да вот, собственно, заваривается. А что с ухом? А, эти раскидали тут стройматериал, я споткнулся. Да первый день сегодня на работе. Андрюша, нахрен, пошли работать, давай. Да я же сказал, это не мое, я рокером хочу быть. Каким ты рокером? Ты рокер! Да я вам сейчас докажу. Ночь унесла тяжелые тучи, но дни темным сумраком полны. А мы расстаемся, так будет лучше. Вдвоем нам не выбраться из тьмы. Я любил и ненавидел, но теперь душа пуста. Все исчезло, не оставив и следа. И не знает боли в груди, а сколько льда. Это было очень круто. Андрюша, очень красиво, да, я думал, ты криворукий по жизни, блин. Спасибо. Охренеть. Так на гитарах только криворукий может. Слушайте, играть. Эта гитара стоит хозяйская здесь. С этого. Ты что не сказал, что ты играешь? Ты лучше в переход пошли поиграешь, чем вот... Работать надо, а не болтать. Кушать. Да, сейчас доем. А вы откуда, девчонки? С Иваново. О, город невест, понял? Да. Ну тебе пора уже жениться, может умная хоть попадется. Женю я тебя наконец. Приехал дармоед, говорит, возьмем буйвола работать, таскать. Да будет. Я на лето только пристроили, чего вы пристали? Вообще не буду работать.
не буду работать. Зачем тебе там работать? Ты просто им пой. А спой еще что-нибудь. Я никогда не знаю, что ты поешь. Да, что-то очень хорошо. Ну, что я могу тебе спеть? Девчонки, что хотите? Может, споем что-нибудь? Может, что-нибудь из Стрыкала? Давай как раз. Ты что, из Стрыкала? Ты вообще... Это кто такой? Я не знаю. Яхта, парус, в этом мире только мы одни. Ялта, август, и мы с тобою влюблены. Яхта, парус, в этом мире только мы Андрюша, одни. Давай! Ялта, август, и мы с тобою влюблены. Очень круто, это невероятно здорово. Шикарно. Спасибо, девчонки. Нифига себе, ты буйвол, блин. Я говорю, у тебя там такая группа поддержки на заднем фоне была. А, да? Нет. Что? Так не можно. Да. А вы что не работаете, я не пойму. Пришел тут командир. Вот, девчонки, вы его похвалили, он уже командный голос появился у человека. Вот что дамы делают с парнями, а. Потом спрятали его талант. Да, я вот растаял уже. Я думал, он только подмышки брить умеет. Чувак, ты очень крутой. Ой, спасибо. Да. Андрей, я тебя запомню на всю жизнь теперь. Да? Да, конечно. Ну, давай жри, пошли плиты таскать. Давай, сейчас приду. Давайте, девчонки. Пока. Давай, хорошего вечера. Фу, братан, ну мы устали. Зато какой классный ролик, ребята, получился. Вы согласны? Тогда ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А продолжение смотрите на канале «Гитара с нуля». И Гриша Зевс по ссылочке в описании. Если вдруг это видео наберет 100 тысяч лайков, мы соберемся снова, чтобы снять и порадовать вас классным контентом. Подписывайтесь на его канал, все будет еще круче. Погнали.